Уважаемые друзья, подписчики, знаю, что смотрят меня с разных стран, на минуточку, с разных городов, на секундочку. Вот, у кого-то это уже наступивший год, да, 2022, у кого-то еще наступающий 2022 год. Вот, видео мы начинаем не с обучающего ролика, как обычно, да, который должен быть выйти, то у нас на внешнем ребре. Сейчас у нас поздравления. Я хотел лично поздравить каждого из вас с наступающим Новым годом, еще раз говорю, у кого-то это наступил уже, значит, с Новым годом вас. Искренне хочу вам пожелать здоровья, крепкого-крепкого здоровья. Так как спортивный канал у нас, да, пожелать вам то, чтобы вы были без травм. В основном, я думаю, что мой канал просматривают спортсмены нынешние, которые уже закончили, либо тренеры, педагоги. Хотелось бы вам пожелать еще в дальнейшем вашего развития, процветания в ваших делах. Если это карьера, то процветания вашей карьеры, чтобы все получалось. Ни в коем случае не сдавайтесь никогда, не останавливайтесь на достигнутом. Расти всегда есть куда и есть куда учиться. И спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, да, учитесь вместе со мной. Я учусь вместе с вами чему-то новенькому. Спасибо за то, что ставите комментарии, пишите, точнее, комментарии, да, ставите лайки, дизлайки, да, все что угодно, да, то есть благодаря вам канал жив, благодаря вам он оживает, он распускается, он раскрывается, и поэтому большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы со мной, за то, что, блин, за то, что все так круто, да, и скоро уже серебряная кнопка YouTube, она уже вот под рядышком. По какие-то там 97 тысяч осталось подписчиков набрать. Вот, но это все не за горами, ребят, потому что рост есть, да, и я не хочу, чтобы я останавливался на этом, и не хочу, чтобы вы останавливались на каких-то своих, да, поставленных целях, то, что считается, но то, что касается хоккея, если вы решили научиться кататься на коньках, пожалуйста, учитесь, у вас все получится. Главное, не забывайте, что это трудолюбие и желание. Большое желание – это путь к успеху, который вы обязательно получите, если вы не сдадите. Всех обнимаю, большое вам спасибо, всем пока! А, подождите! Я пошел собирать своего монстра, вот такого вот корабля Лего. А вы пока что посмотрите промо-ролик на то видео, которое я вам обещал, что выйдет на него до 22 года. Но, простите, ребят, честно, не мог, потому что, ну, блин, какое сейчас видео вам смотреть обучающее? У вас сейчас стол, шампанское, рекой, там, я не знаю, танцы, шманцы, распаковка подарков, там, это все, блин, какие там видео вообще? Мне-то даже не до видео, если честно. Я сейчас записываю, понимаешь, что у меня корабль не собран, представляете? А надо записывать видео. Все, всех целую, смотрите промо-ролик, а новое видео вы увидите уже в 22 году. Всем пока. Опять ерундой ты занимаешься. Да, нет, и давай вот сейчас просто тормози. А, сам тормоз внешним ребром. Но я вам не буду их показывать, потому что я их буду потом отдельно разбирать. Он делается внешним ребром. Что смотреть? Сейчас надо подумать сначала, может быть, Кирюху подключить сейчас. Это надо делать вдвоем, да? Вот смотрите. Молодой, перспективный. Был когда-то. Партнера берите обязательно того, который умеет спиной кататься. Саныч, давай, меняйся местами, короче. Сделали ошибку. Запустим лезвие, да, идет, как эта вот ладошка. Партнеру будет на самом деле нелегко, да, Кирилл, легко тебе? Загружаем ногу. Спасибо тебе большое, братан. Теперь ты нам не нужен, блядь. Саныч, нам надо второй способ. О, услышал? Вообще отстой. Ребят, то, что просили, я успел сделать до Нового года. Как обычно, по классике, на ресепшн надо позвонить. Арена Плей, Наталья, здравствуйте. Свет можете на большом льду выключить, пожалуйста? Выключить? Да, конечно. А почему вы его должны выключить? Блин, а я не думал, что вы мне зададите в обратный вопрос. Ладно, не прокатило и не надо. Все, спасибо большое. Вообще, мой девайс. Давайте, до свидания.